В Москве стартовали дни НАУ в Совете Федерации. В первый день рабочей поездки представители делегации Ненецкого округа выступили с докладами в профильных комитетах Верхней Палаты Российского парламента. В Софеде работает и наш корреспондент Ирина Никишина. Ей слово. Впервые дни Ненецкого округа в Совете Федерации состоялись в апреле 2015 года. И вот спустя 5 лет у нашего региона вновь появилась возможность показать свой потенциал и перспективы развития в Верхней Палате Российского парламента. И что немаловажно, получить федеральную поддержку на решение важных для нашего региона вопросов. Дни Ненецкого округа в Совете Федерации открыла выставка в фойе второго этажа. Здесь представлены тематические блоки, среди которых инвестиционный проект строительства глубоководного порта «Индиго». Параллельно с работой экспозиции Ненецкого округа в Софеде состоялись заседания сразу 6 комитетов Совета Федерации. Участие в обсуждениях приняли руководители окружных профильных ведомств, заместители губернатора, сенатора от Ненецкого округа и депутаты окружного собрания. На повестках дня актуальные вопросы: реализация нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории региона, вопросы здравоохранения и соцобслуживания населения, перспективы развития минерально-сырьевой базы, АПК и системы обращения с отходами. Ну а завтра, в заключительный день Ненецкого округа в Совете Федерации, состоится встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и губернатора Ненецкого округа Александра Цибульского. Ирина Никишина, Леонид Шишилов, телеканал «Север, Москва».